выступление. Итак, поехали. Пока Петр Ян ни разу... Правосторонней стойки. Видимо, преимущество Ишихары в росте. Да, да, но я не думаю, что для Петра Яна это проблема, да. Он встречался с высокими бойцами. Что-то в стойке, он может сразу перевести бой в борьбу. И еще очень отличается своим тайским клинчем. Колоссально в нем работает, вставляет локти, колени. Хай-кик от Ишихары, но рука у Петра на месте. Лоу-кик от Ишихары. Поджимает Ян, поджимает. И тут вот первое попадание с правой рукой по корпусу. Японец действует в левосторонний. Переводит Петра, переводит. Неожиданно от Ишихары такое действие. Но встает Петр. Не видели себя в этом проблем. Но очки за работу. Попадание от Яна в разрез левой руки. Меняет стойку. Лоу-кик в исполнении Ишихары. Продолжает Петр Ян оказывать давление на соперника. Пока видно, не расслаблен еще сядет. Хорошо попал. Чувствует Петр. Довел. Попал еще попал, раз. Попал еще раз, попадает. Болтать надо. Падает Ишихары, надо доработать. Надо попасть, Петр, надо попасть. Но Ишихара защищается просто, как уж на сковородке вертится. Молодец, молодец, да, смог продержаться. Отдадим должное ему. И вот это, вот это бэкфист локтем. И попадание справа. Блестящее, молодец. И это шикарно. Все, и это все. Шикарно. Петр, no mercy, Ян. Я думаю, мы... И как изначально... обозреватели писать в UFC. И да.